Шура, команды готовы. Я тебя жду. И мы скоро приступаем уже к третьему матчу в рамках этих просто безумных игр. Best of Nine, Grand Final, Aion Sao Yei Gaming против команды «Место для вашей рекламы». И я напомню вам о призовом фонде, который был сегодня приятно увеличен Марлой, да, той самой Марлой Зингер, тролиха от бога. Итак, за второе место команда у нас получит $1500. То есть ребята, которые здесь сидят, эти деньги они уже сегодня выиграли, заработали красивыми свечами, мощным таким туннелингом и, конечно же, отхилом. Хиллеры всегда тоже молодцы. И первое место у нас получает $2500 и 5000 евро. Вроде круто, мне нравится. Шура, давай ко мне и приступим. Привет, команды готовы. Шура, тебе привет. И тебе привет. И всем привет. Спрашивают ли ребята, если Шадос вдруг вылетает, дадут ли вам луз по ситуации, если у вас в этот момент будет у всех 10% хп, 0 ман, вообще никаких кулданов, то это будет луз. Если он вылетит где-то, когда это будет непонятно, это будет переигровка, скорее всего. Будем смотреть. Вов он такой. Мы готовы. Итак, что ж, какую у ребят арену убирают? Та же доблесть. Сейчас узнаем. Так. Слушай, ну много меняется на самом деле со смены такого старта. Да, мы уже немного обсуждали, что это будет. Но я прям надеюсь увидеть, что. Он тебя видит вообще. Кто-нибудь может подойти к Фритрусу и спросить, какой они арену выбирают? Они с Шуркой не хотят в чате общаться. Может кто-нибудь подойти к Фритрусу и спросить, какую он хочет арену? Ребята. На грант. На грант. Хорошо, на грант. Все, ребят, к Фритрусу уже идти не надо. Не надо его беспокоить. На грант арена. Ти-ди-ди-дин. Я кинул тебя маневр. Я тебя тоже кинул. Хорошо. Да. Мы в очереди. Все окей. Нас уже позвало. Напомним, что сегодня происходит. Если кто-то вернулся с каких-то там шашлыков, с гулянок, или недавно проснулся, или собирается на работу, стоит в пробке, неважно. Я думаю, что стрим, этот стрим можно смотреть везде. Он того стоит. Сейчас у нас проходит турнир портала Prestige Gaming номер 4. И не только проходит, уже, в принципе, такая заключительная, самая главная часть, гранд-финал. Команды, кто сейчас сражается, если вы тоже, если вы это пропустили, смотрите, кто сражается. И команда у нас на экране. Так, а тем временем заходим мы на арену. И готовимся к жаркому. Кому будет жарко, кому будет больше всех жарче? Слушай, я надеюсь, что, конечно, они пойдут действительно по локу и используют эту тактику, когда полностью лок закрывается, шокается. Вот главное им не зафейлить с распределением вот этих всех киков своих, да. Станов и циклонов, и шоков. Это сложно? Ну, по идее, для таких игроков, как они, не должно быть сложно. То есть ты имеешь в виду какую-то нормальную ротацию, то есть не сбрасывать... Дело, что, да, но в то же время команде Романтного, Шароса и Калача тоже нужно все это ротировать. То есть Романт обязательно должен знать, когда будет стан по кому, чтобы да. Фрикастить спокойно, чтобы максимально использовать свой фрикаст. Да, наверное, так и есть. Бежим навстречу мы судьбе. Бежим на центр мы арены. Ладно. Так, сейчас быстренько я релоуд, пока меня убивают. Все отлично, я успел. И? Что и? И 45 секунд. 45 секунд до начала. Запущен. Ну, приятно, что, кстати, все поучаствовали, да, в финале?
из команды Йонс. Да. То есть и Эшли, да, и тут и место для Фритруса, потому что вот в таком сетапе Рок, Хант, Шаман, ну, знаешь, два раза проиграли, что-то они захотели другое. Причем у них, в принципе, даже если они сейчас сольют два матча, у них будет еще одна возможность. Да, они смогут через две игры, да. Даже не два матча, а просто через две игры они могут как выиграть и проиграть. Да. Если им вдруг что-то не понравится, они могут, давай, Эшли, назад к нам, Фритрус нам не нужен. Что ж, 15 секунд до начала игры. Так, а почему у меня нет аромата во фреймах? Где он есть, да? Да. Где он тут у меня? Ну ладно, разберемся. Держи во вторите. Так, нет, все в порядке, я зафейлил, извини. 5 секунд до начала. 5, 4, 3, 2, 1. Гоу! У нас начинается наша арена. И снежный барс, за которого играет Шадос, идет в атаку. Смотрите, он ничего не ждет и хочет, да, хочет цапнуть Данкимона. В то время ароматный попытался... Смотри, да, но Фритурс уже опенится по локу. Вот это будет страшный опенер. Сдается Фир, Фритурс бежит в Фире, Дон Кимон его снимает, конечно же, Эшли... Уже Демонсол пошел. Так, Демонсол и пошел. У нас, смотри, полный блайнд у нас на Донки. Донки, да, думал, да, тринканул, потому что, знаешь... Слушай, и ответный блайнд пошел, но он стоит этот блайнд. Получит ли он цап? Эшли, нет, мне кажется, не захотел он дать сап. Интересно, а что, вот кого, теперь стоит кого вообще? Слушай, Шадоса пока что выключить. Как я понимаю, цель Фритурус. У Шадоса целью становится Фритурус. Фритурус и Донки. Фритурус и Донки, то есть они... Эшли... Смотри, очень сильно по Фриту идут. Очень сильно по Фриту идут, также они сильно идут и по аромату. Донки совсем рядом, Фрит выбегает оттуда. В Хексе бегает медведи. Сейчас, да. Донки снимает, наконец-то, Фритруса. Здесь, конечно, преимущество, да, что Хекс он уже не работает, потому что есть Фритрус, который Хекс снимет. Но это тоже нужно ротировать под станы, обязательно. Ну, да, то есть можно, конечно, дать какую-то комбинацию такую, там, и станы, и с Гароту можно закинуть. Но момент... здесь, конечно, нужно очень внимательно калачу за маны свои следить. Сейчас он в полном циклоне стоит, и монотайт у него закончился. Уже монотайт он первый использовал свой, в отличие от Донки. Донки по-прежнему без монотайда. Да, по мане, ну... Но Фритурс у нас без барса. Пока можно, еще, можно пока по нему заехать, да. Сейчас Фире полно бегает Донки, можно свичиться Фрита по нему. Отличная цель, сразу уходит он в медведя и свич по Данкимону. Что получится? И отличный свич, вообще куча дот есть. Работает Шада, смотрите, 20% хп, наверное, это тотем. Минус! Да. Что-то, знаешь, сетап-то не работает. Сетап не работает, и Данкимона не спасти не удалось. Просто мощный свич. Не было привычного хантерского сакрифайса, фридомов. Да. То есть это же как бы, знаешь, там сканеры залетают, станы. Это же классно все. И 3-0. Да, и 3-0, знаете. 3-0 это уже 3-0 ближе к 5-0, чем 2-0. Банально, но факт. Ну что ж, я думаю, там команды там так прям думают, калач, я смотрю, знаешь, такой взгляд бросает постоянно на кубок, такой, крутая штука-то, а? Что ж, ждем. Кто себе заберет кубок, интересно. Да, кто себе заберет кубок. Смотри, видишь, там какая-то Крика так рядом еще сидит, Сарама, наверное, кубок хочет, то есть она так с ним, знаешь, там, она рассказывает ему, что делать. Нет, она хочет поздравить просто быстрее всех. Ну да. И у нас арена Лордерона, смотри, разные арены пробуют ребята, прям вот... Все они пробуют. Нужно что-то пытаться, что-то придумать. Да. Ситуация пока что для них очень-очень плохая. И зовет нас на руины, все в порядке. Минута-полторы, и у нас новая арена. Спрашивают, что это такая за рыжая бестия рядом с ароматным. Это Крика. Это Крика сидит рядом с ароматным и учит его, как играть варлоком. Ведь она умеет. Она умеет варлоком. Она, да, я думаю, она давно играет варлоком. Да. Точнее, да, вообще она играет, если не ошибаюсь, она в классике играет. Это такой прям олдскульный геймер. Угу. Да, прыгаем мы на арену Лордерона. Тридин. Ну, как ты знаешь, вот все же, мне кажется, не работал стаб. Ну, что, не, вот, не, что, не в него, как-то. Что в него они вложили? Мне кажется, плохо все-таки они ротируют вот эти все... То есть не получается закрыть варлока так, чтобы вообще бум, вот просто ни одного онстейбла вообще. Да. Ну там один онстейбл там раз в минуту, ну это как бы... Это Донки должен снимать. Да, Донки это спокойно снимает. А здесь позволяют и фирять, и Донки позволяют фирять. Он директ фиром. Да, он директ фиром попал по Данкимону, и это стало такой... Тут, конечно, очень много зависит от такой, начало, это mind games, так называемый. Ну да, да. Кто кого зафейкает, кто кого не профейкает. Это, конечно, да, там интуиция и халява, попал, не попал, вроде фейкает, а вроде, знаешь, просто от балды в начало каста, как бы бомбанул тебе кик. Да, то есть от этого очень много зависит.
Это точно. И у нас уже четвертая арена. Вот-вот, через каких-то 40 секунд. Вот если говорить об MVP, да, вообще, то вот для меня пока что Роматный — это просто MVP всего турнира. Ну, мы будем смотреть, подумаем, посмотрим, да, кто у нас будет MVP турнира. Так, что ж так, 45 секунд. 45 секунд. Команды, да, готовятся, ждут обсуждения, что вообще происходит. Сейчас, наверное, рядом сидит Game Tions. Ну, ребята, ну вот со мной было-то лучше. Что ж вы творите? Заменили меня? Да, заменили меня. На какого-то кота там. На какого-то кота. Скажите, а с этим котом сколько-то лиц он в гранд-финалах там раскрошил-то всем? 3 или 4, наверное, да, на гранд-финалах они победили. Да, так и было. Даже европейский? Европейский, потом второй. Как минимум 2. Второй, третий. А, ну да. Да, как минимум 2. Хорошо, у нас остается всего 10 секунд до начала. И команды уже готовятся выбегать. 5, 4, 3, 2, 1, go. Начинается у нас арена. И, конечно, Shadows ничего не ждет. Он идет в атаку. Интересно, Роматный портал поставил так. Не в лосе. Просто где-то поближе. Не в лосе, но... Вот не фейс ползет, конечно. И Клод, и Рога, они могут прыгнуть, оба они умеют прыгать, шедостепиться и такой чарш. Ну вот что, смотри, ой, опинят Эшли. Опинят неплохо. Да. Ну, знаешь, циклоне сразу, да, Шадо в циклоне пока типа не мешает нам. Смотри, кстати, однако, знаешь, смотри, циклон туда-сюда, даже вот ароматный, когда нажимаю кнопку АОЕ Фера, Донки же не будет реморно это ставить, он должен это диспылить, и все равно пока туда, пока сюда. Кстати, да. Донкимон в полном хексе, и Фритурус не может хекс снять этот, у Фритуруса 60%. Слушай, а еще и полные доты на Донке, то есть да. Можно по нему свечиться. Да уж, смотри, Барскин, конечно, поюзан, но сейчас Фритурус, прямо сейчас он умереть не должен. Шадос. Блайнд этот он не тренирует. Циклон на калаче. Сейчас по локу можно неплохо. Сапают еще Шадоса. Вот это. А вот это интересно, уже тренирует. Все-таки тренирует, сразу же маленький стан получает. Уходит ароматные стучки на 20%. Ух ты! Да, есть портал. Почти его забрали. Такой злой Рога с котом. Ну да, неплохо. Сейчас надо отвечать. Заводит. Они себе заводят ответы по Фритурусу. Смотри, да, есть Донки. Хекс по шаману, и можно сейчас по Фритурусу въехать Донки очень сильно. В полном контроле. И соус вам по Донке, если он будет ставить тотем. Дескойл Фритурус, будет ли еще, может, тотем, еще одна тучка. Ну, конечно, диминишинги на станах, это не получится. 25% хп Фритурус. Стан зашел по Шадосу, Шадос его тренирует. 12%, ой, и да, юзает свои эффективные кулдауны. НСК зашла по Фритурусу, вроде как он выживает. И Шадос у нас, что у нас, куда Шадос бегал? Шадос бегал, Кимону. И у нас циклон Шадосу, и Фритурс бежит у нас, конечно же, на ароматного. Просто бы поднять, конечно, неплохо было бы Донки. Вот сейчас, наконец-то, хилы и заходят. Что он, попытка дать циклон. Слушай, рестелс, да, Шадос. В хуман форме с тучкой тринкует сразу же чипшот, и Фритурс выбегает из этого такого опасного. Скин тоже был поюзан. Да, вместе все. Смотри, я свитч-то не по Шадосу. С тучей. У Шадоса тринкет же есть, он же ничего не тренировал, он должен тренкануть был. Циклон на калаче, небольшой, но циклон. Ну, Фритурус в полном фере, и Донки его не снял, запоздал, уже, конечно, дэмэдж. Смотри, уже хекс был. Теперь, хекс заходит по смотри, Эшли у нас в полном хексе, по Донки в это время был в анстейбле, хекс снять не смог. Просто, знаешь, так много довольно-таки удачных моментов, такие, знаешь, одновременно и там, и как бы и Донки снять-то особо ничего не может. В общем, что мы видим, РЛЭш занимается туннелингом. Ох, сейчас у Фритурса будет проблема. Да, у Фридуса. Если он даст санцейл поесть. Я, кстати, не могу понять, почему Донки так мало диспелит. Ну, потому что, я не знаю, не хочет он ловить ведь ансейбл, не хочет он... Не, ну, потому что нет ансейбла, в том-то и дело. Ну да, в принципе... Блайнд полный на Донки тринкует. Мгновенный тринкет. И заводит, смотри, заводят всех этих котов и с рогами. И все правильно делает. Да, и это Донки, ему приходится поставляться, Донки поставляется, видишь, калач сразу пытался. Смотри, 40% хп на Фритурисе вот опять. Сейчас можно шикарно просто по Донки свечиться. По Донки Дескойл. Да, соло слабо, поднимал соло, можно очень хорошо свечиться. Кого кастил у нас циклон? Циклон, как я понял, ушел в граундинг. Не, там КС. КС, дабл по Фритурусу. Неплохо. И опять Фритурус практически не дамажит. Очень часто приходится ему возвращаться в кошку медведя, точнее, в форму медведя, извините. Слушай, ну в идеале, если дотерпит, конечно, команда Донки, то должна быть победа по мане. Но я не знаю, смогут ли они дотерпеть. Сейчас опять они идут по Шадосу. Неплохой такой въезд, потому что Кидней заходит. Калаш там нахиливает как можно. Будет циклон ли по еще одна тучка по ним использована? Я смотрю, Шилдвол поюзал Шадос, если я не ошибаюсь. Да, Шилдвол на Шадосе. Ему сейчас по барабану этот туннелинг от двух милишников. Цель, конечно же, надо свечить. Фритурус. Ударит ли Фритурус, интересно, Шадоса? Нет, он его не бьет, конечно. Сейчас он в Кидней, смотри, в хуман форме его подняли в Кидней. И въезд, ну смотри, что у нас Донкимон. Донкимон пока без контроля, Фритурус 50% хп, вроде как РЛЭш себя чувствует хорошо, да, такой сетап, больно, туннелинг по ароматному. Сбили пятер, кстати, калачи, если не ошибаюсь. Да,
Ну и... Калаш понимает, что нужно ему пить, конечно, мана здесь очень важна для да, него. Здесь, если заведут какой-то, потому что дэмэдж постоянно, вот от Рок Ферала это будет постоянно дэмэдж. А для Варлока нужна мана, нужно позиционирование, нужно раскаст хотя бы. Безусловно. Не все так просто. Ну, вот сейчас, да, вернулись они опять на лок, и неплохо так вернулись, на самом деле. Сейчас заходит киднейп по нему, трикоид. Как я понимаю, такой свич по Донкимону, что ли? Смотри, это был, полный циклон, Николаш! И что нужно, я думаю, может, спасать вообще ароматного-то. Но с другой стороны, он просто на пофиг берет дот и Донкимона прямо под Шадосом, и Шадос что-то с ним хочет. Койл заходит! Койл будет ли сейчас тотем? Тотем. Да. Был спеллок, вроде всем. Ну, конечно, тотем, Фридурус подбежал, пошарили. Ну смотри, Шадос уходит ли он? Нет. Смотри, Шадос... а теперь полный киднейп на Локи. В циклоне стоит Калаш в полном циклоне, нечем. Если снять. портала, по всей видимости, нет. Хотя, быть может, просто он понимает, что все в порядке. Да. Калаш говорит: держу, слушай, давай, оставайся, дамаж. И ауешь. Ну. Донки опять, да. Еще очередной blind trinket бам сразу же, конечно, никто ничего не ждет. И у нас сейчас Эшли бегает в полном ферье, Донкимон. Да, Шадос в эвейжене. Да, Донкимон его снять пока не может, и Фритурус у нас опять, он у нас танчит Донки в коте. Донки снимает. Старается, он как-то выжить, ну, Шадос и Аромат. И очередной киднейп по локу идет. Калаш, конечно, нахиливает как может. Циклон и нахиливает, и надиспаривает, потому что Фритурус регулярно вставляет руты по Шадосу, постоянно. Кстати, да, вот сейчас зафейкал кик Калач от Фритуруса. Очень удачно, так что сможет он своего тиммейта держать. Но мана... Однако мана потихоньку кончается, и как-то Калач как-то подхиливает, вроде, знаешь, вот сейчас он... Ну смотри, у Донки, я вижу, Манатай стоит. По мане сейчас Калач начал немного выигрывать, немного. Сколько мана, сколько даст Манатай? Но у Калача Манатай через 5 секунд еще не забывай. А ну, тогда да, тогда... А вот Донки только-только оттикал. И смотри, хороший такой свич у нас. Да, по Шадосу очень даже неплохо. Калач сразу выходит на позицию. Смотри, Шадос поставил КП 13. Прыгнул далеко. Туча. Дефенсив туча. Но я не знаю, еще туча в туче. Смотрите, Шадос 5%. И подбегает Калач. Нужно, наверное, будет сдавать его на Неску. Или даже поюзает тотем. Хотя вроде как нахилил. Бегает Калач у нас на ходу хилит. И Фритурус вроде как сбил ему кас, потому что Калач перестал хилить. Да, был сбит кас. Циклон сейчас по Шадосу, чтобы что-то можно было по Калачу выдать в итоге. Да, так, ну, вот она. Какую? Нет, заходит хил и поднимает своего тиммейта Калач. Сейчас по Фритеру, смотри, у него киднейп полный, тринкет будет готов только. Койл заходит, и пока аромат живет. Фритурус, знаешь, как что-то вроде как какую-то игру поймали. Смотри, сейчас. По локу сильнейший дамаг, где трикет в Калач Хексе! Нет телепорта! Это Калач! Калач шикнули 2 секунды! И что он спасает своего тиммейта? Тотем, поставлен тотем. Выживает у нас ароматный. Где портал? Нужен новый. Да, портал стоит, смотрите, с внешней стороны он сможет портануться, но он портанется в лоса от Калача. Это будет так неприятно. Фритурус, полный станлок. Скин поднимает сразу же, естественно. Да, барскин, чтобы не рисковать. Слушай, а у Фритуруса через 2 секунды будет... Азверин? Да. Да, вот, конечно, вот это, когда будет Азверин, это будет уже нечто. Тем не менее, аромат с 5% поднялся. Даже с 2, по-моему, если не Даже так. с 2, там Drain Life, видимо, как-то вот именно Drain Life как раз, наверное, и хватило, вот, чтобы... Смотри, ну, Калаш в очередном полном циклоне стоял, сейчас полок там Донки, Донки у нас только что был в... Блайнди, и он по всей видимости его тринканул. Фритурус бежит в Фири, который сразу же диспелится, и ароматного продолжает просто... Ох, сейчас какой ПВ-шный заезд Эшли идет! ЭБШ поднимает, он издает да. По локу, смотри, 20%! Лок 20% у Калача практически не остается. Туча! Маны. Но смотри, Эшли тоже Эшли, очень сильно по нему идет. 15! Туча! 15! Что у нас? Долки бежит с НС-кой, поднимается он тиммейта. Да, поднимает он с НС-кой, конечно, и у нас Хекс кастовал Калач, видимо, попал он в тотем. И теперь ответный хекс от Донкимона тоже ни в кого пока он не проходит. Донкимон снимает Unstable. Попытка продолжить дэмэдж по Эшли. И сам ароматный. У него не так много маны. Нужно тапаться теперь. Ай, Донки получил КС хекс свой. Получил КС хекс. И теперь Калач в полном блайнде. Ну, будет ли сейчас сап по Калачу, смотрим, что у нас... Портал, кстати, поймал киднейп. Портал отлично вообще сделал сейчас аромат все. Да, аромат просто, аромат, конечно, молодец. И... И заезд по Фритурсу, смотри, Койл с чипшотом, оно время, к сожалению, плохо. Барскин, да, и, конечно, Барскином оно это отвечает и чувствует себя в порядке. Однако, сразу же у нас уходит... Но Фрит, кстати, смотри, уже использовал Азверин свой, да? Аромата 35%. Хекс полный на Калаче! Как он выживет, если это... Кидей! Кил! У нас место для вашей рекламы берет свой поинт. Команда Фритуруса говорит, что это еще не конец, мы еще поборемся. Такой вот поворот. Интересно посмотреть, как, что там. Смотри, Фритурус показывал нам лопатку. Вот оно что. Да, так вот.
Где-то около 8 минут матч длился, знаешь, и вроде вначале РЛЭШ давили, а потом что-то... А потом что-то команда, вот это вот Рок, Ферал, Шаман, что-то они нашли. Итак, какая у нас будет арена? Ну, конечно, стоит отметить, это были руины. Да. Это были руины, где... Сейчас Калаш выберет, конечно, удобно для них. Я думаю, это будет Долоран, Блейд Эйдж. Как думаешь? Мне кажется, на Грант возьмут. Ну почему? Долоран не лучше? По идее, лучше, но тоже, тут, понимаешь, тут есть и степ, и... Знаешь, мы уже видели, что есть и степ, и чарж, но однако все равно не успевает. Знаешь, если ты тратишь его на это, то потом ты не можешь свичиться, переключаться как-то. И а у нас свичиться. И у нас Блейдейдж. Блейдейдж. Вот да. Блейдейдж это интересно, потому что там не так легко запрыгнуть. И где ты там летаешь? Где ты там летаешь? Я тебя вижу. Ты-дын. Бросил я тебе маневр. Арена Блейдейджа. Очередь стоит. Все отлично. Ну... Здесь, конечно, аромат будет прыгать вниз. И что, конечно, ну, за ними я не думаю, что, ребята, ну, прыгнул Варлок вниз. Ну, окей, что дальше? Пошли в Шадоса. Я бы, наверное, играл так. Может, Калача дальше? Вот Рок Ферал, хорошо ли они будут... Ну, я не знаю, знаешь, вот если они быстро не убьют Калачу, то РЛЭШ накажет. РЛЭШ очень больно накажет. Они нет, именно на момент, именно когда Лок уходит. Ну, в принципе, да, кстати, можно. В него можно войти, его можно продамажить, потом его можно оставить в циклоне и вернуться на Варлока, который придет. Ребят, я приехал тут сферон назад. И Калаш выйдет из циклона, еще поймет, что нужно еще себя. Да, да, он выходит из циклона, и тут как бы не все так, не все хорошо. Да уж, прям финал сейчас... Финал какой? Финал, но это напряжение. Ребята не собираются сдаваться. Да, они вот один раз они проиграли, там какой свич в Донки Молота был, его просто взяли и сбрили вообще. Быть может, именно вот это сейчас думает РЛЭШ. У нас же мы же убили Донки Мон, а сейчас мы что-то особо в него и не прыгали. Быть может, надо, быть может, давай залетать в него будем. Потому что помнишь, там Донки Мон-то он выживал там с 5% в бланкете, он ставил тотем. Было и такое. Не, ну, конечно, в прошлой игре я тоже вспомню, как выжил Лок, буквально там, с 2% хп его спасли. Вот да. Трен Лайф его спас, безусловно. Какие-то там мизерное количество хп, но он себе его поддерживал постоянно. Открывается у нас уже калитка. В стриме много народу. И... Сколько? Я сейчас посчитаю где-то 4 с чем-то, если не ошибаюсь. Mm. Так, иду я под эту арену, под мост. Привет, Фриперус. Ты-ды-дын. Так, 45 секунд до начала. Ждем и таймер. Счет 3-1. Blade Age. Вроде как арена получше. Определенно лучше. Можно уходить, можно бегать, да, можно выживать. Уходить. Опять же, и здесь можно заводить. Здесь действительно лучше. Ну, прикольно, знаешь, вот за тобой бегает вот этот весь табун, а донки ты хлосит, и донки приходится бежать за ними и поставляться под фир, который уже рад. Мне кажется, то есть ты думаешь, агрессивную позицию займет команда Фритроса, да? Я думаю, да. Если они будут здесь бегать там по всяким этим, их в итоге просто зажмут и выиграют по мане, я так думаю. 15 секунд у нас до начала. У команд полная готовность. И совсем скоро финальный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Гоу! Команды у нас поехали. И я еду за ними. Ну вот Эшли пони зайдет, я вижу. Сейчас дойдет, будет стапнуть. Шадос пока вот около... И да, Шадос занимает... Дефенсив позицию Шадос занимает. Опа! Шадос! Какой Шадос? Вот это сап. Молодец. Опенер, конечно, сейчас будет по Эшли, и опенер будет хороший. Но сразу же Фритурус это контрит. Нет другого нет. И Донки сразу же пытается диспелить все это, конечно. Но все равно заезд будет заезд неплохой по Эшли. Я не думаю, что он какие-то сильные КД отдаст, потому что его задеп. Все равно неприятно. Но, да, это уже когда не у тебя пример. Стелс, все равно опенер нужно лучше, безусловно. Да. Это же неприятный момент. И у нас возвращаются они, идут они на ароматного и начинают и на него кунулить. Аромат что собирается делать? Смотри, пока ни одного анстейбла, одна стейблов-то еще не было. Вообще не было, смотри, 30% было аромат. 24, МПЛ ДХС съедает и уходит. Нет, не уходит, по-прежнему. Сдается НСК, неприятно. Еще до сих пор ни одного анстейбла, и ароматный улетает у нас наверх. Да, но Калаш-то в полном циклоне стоит. И сам так, не, у Жадоса вроде все в порядке. Фридрус бежит, достигает на своей цели. Чем шо сдается, можно сейчас тучи кое-что. Туча по ароматному не приятно. Тотем! И это что будет? Будет ли сработать? Тотем сработал. Нет, тотем не сработал. Это был какой-то мощный хил, но, да? Да, НСК, по-моему, ушла. Смотрите, ответка по Эшли. Эшли сразу же у нас ванишится. И
И по Шадосу. Да, и неплохой такой въезд по Шадосу. У него дизарм 50% хп, конечно, неприятно. Вот как-то ребята разобрались. А теперь по Фритеросу пойду сейчас. Или по Эшли все-таки. На обоих был стан. Интересно, сейчас Кидней по Эшли заходит. Есть дот на нем. В циклоне стоит Шадос, так что... Получится ли, получится? Монотайт уже у Дон Кимона нет Тримора, нет Тринкета, можно дать фулл хир, если не, он получится. Не, они будут соусом заходить в него, можно свичиться по нему. Можно свичиться, на магер, калач, где Шадос, где Шадос? Опенится он потом. И въезд по Дон Кимону, что у нас сделает Шадос? Смотрите, а Тринкета-то нету? 50% полный кинешок. Кидней! 30, никого не дает. Зайдет, я думаю. Пойдет ли, смотри, нет, прилетает Фритурус, дает. НСК сдает. Сдает стан сразу же он по Шадосу. Шадос, останется ли он у нас на Дон Кимоне? КСК, смотрите, Шадос. Шадос, что он... Так, остается, дамажит, пойдет ли он вниз. Прыгаем за всеми. Но циклон. И циклон, и каст. Ну ладно, выжил ты. И у нас Хекс у нас в этот момент сразу же получает Эшли Хех. И из него он выходит, и за дот. Шадос, перед Шадос долго-долго ему нужно будет возвращаться вниз. И смотри, попытка поймать Шадоса внизу. И ловят. Отвечает, смотри, нет, Шадос отвечает, это наоборот, шеллоу-степом по Нью... По Эшли. Да, но там шелдвол, конечно. Зачем рисковать? Однако Фритурус подходит, аромат чувствуется хорошо наверху, ему никто не мешает. Пересумонит он Пэта, сейчас Пэт, наверное, будет крутиться рядом с Дон Кимоном. И им нужно готовить Донки, это хороший был въезд. Да, почему бы нет? Но сейчас Тринки тоже у него есть. И тотем он сохранил. Сейчас, ну сейчас, вот, залетает. Смотри, как у нас прыгнул и Рога, и Фирал прыгнули, они сейчас за ароматом. Он сразу, конечно, прыгает вниз, ребят, не. С вами я там сидеть не буду, извините, в другой раз. Да, это правильно. И блайнд. Смотри, небольшой был на. Небольшой блайнд, прям совсем скин небольшой. Поднимает Фритрус, да, потому что въезжает по нему неплохо. Да, вижу. Ну, на самом деле, вот пока он поднимает, пока он что-то поднимает и делает какие-то барскины, я думаю, нужно наоборот сразу дот и в Донкимон и просто в него на всю. Что сейчас... есть там полный соло-свап, можно. Пойдет ли? Ну, смотри, сейчас нет, сейчас весь этот миликлиф сидит на Шадосе, да, и не дает ему сдвинуться, конечно. Не дает ему. Смотри, циклон, чтобы не подняли хп ему. Не дает ему просто сдвинуться с места. Пытается как может Донки отдать все-таки свой хекс. Сейчас смотри, баш по калачу, и Хекс заходит, тринкует сразу же ароматный, и... И смотри, калач-то тоже в Хексе, 4 секунды еще в Хексе, плюс у него по еще... Поэшли заезжают. Поэшли хороший заезд, но хватит и этого. Дес Койл у нас во Фрита, кстати, интересно. Да, ну, видимо... Дефенсивный такой. Да, дефенсивный, чтобы просто как-то успокоить эту всю ситуацию. Однако калач пока... Смотри, а ведь даже Эшли еще не дошел до лока, они сплитают дамаг, что ли? Смотри, полный циклон на калаче, стоит он его, тринкует чипшот Фритрус. И? Ароматный. Чипшот по сложно. Я бы сказал, ароматному сейчас очень сложно. Безусловно. И доходит до него. Не хватает этих дот. Подключится ли Эшли? Да, получается, что у нас действительно сплит. Фирал сидит у нас на варлоке, а Эшли частенько просто сидит на роге. Циклон сейчас на Шадосе полный. Да, и как раз такой, знаешь, вот момент, как раз такой хороший кидни был в спину Шиду Стелпа и сразу циклон. Вот это, конечно, Фритурус молодец. И у нас... Продолжается у нас игра. Смотри, в циклоне калач, сейчас будет по ароматному въезд, Кидней заканчивается. Теперь, да, Хекс зашел по калачу, Хекс. Но в то же время, смотри, у Фритруса... И по Фритрусу барскин сдается, вроде как дот особо и нет, да, но да, снимается Шадос работает в соло. Однако барскин выбит, и можно что-нибудь попробовать. Попробовать еще что-нибудь задотать. Быть может закинуть сейчас соулсвап от Эшли. Да, и соулсвап-то заходит. А соулсвап по донке пошел. Видит ли это Шадос, что у нас... И Демон Соул лока. Демон Сол, в кого? Что он? Кто будет вдамагиваться? Продотаны все, кстати, сейчас продотаны хекс. Донки получают у нас фулл хекс. Фритурус этот хекс попытался снять. Не слабенько так тапнулся. Да, неплохо так. И попытка задамажить Эшли. Вот сейчас лог без портала, можно вроде было по нему как немного идти. Ситуация по Шадосу, РЛШ ситуация немного... Эвэйшн вынужден он поднять. Стабилизировалась, есть мана, вроде как есть появляются доты. Катит. Да, тут Фритурус показал нам лунную походку кота. Ну, ничего страшного, в этом еще плохого нет. Что у нас делает Фритурус? Фритурус сидит на... Да, Фритурус сидит на Шадосе. Калач в полном хексе сейчас. Фритурус сидит на Шадосе, а Шадос отвечает за такие нешоты по Фритурусу. И неплохо, кстати, отвечает. Скин должен поднять он. Конечно, да. Барскин и тучка, прям тучка по барскину. Слушай, а туча, да, и калач стоит в циклоне еще к тому же. Ну, тучка от Шадоса. И у нас, смотри, Дон Кимон тоже неплохо просажен. По Шадосу Дон Кимон просажен, и Фритурус просажен. По Шадосу, смотри, какой дамаг, и Китай заходит. Тринкет, будет ли Тринкет, заходит тучка, уйдет ли он ваниш, если у него это калач, подхилишь. Ваниш, да, ушел. Да,
Захилит, конечно, он это захилит. Пока есть чем, есть тотем, есть НСК и кулдауны. В принципе, смотри, кстати, у Донкимона нет ринкета, нет тримора. Можно сдать, сейчас можно придумать кулдаун. Очень... зафейкал, если не ошибаюсь. Получится ли его фернуть? Смотри, он далеко, да, далеко от портала. Кстати, я не вижу, где у ароматного. А, да, у ароматного портала, в принципе, не так уж далеко. Мне кажется, надо почаще по локу ему идти сейчас, конечно. Вот почаще, почаще нужно смотреть. Чё? Заходит солсвап у нас. Вот сейчас по донке, да, можно очень хорошо въехать. НСК киднишот, он стоит. Висит на нем баба. Будет ли еще что-то? Если процентов килл у нас Йонсов Егеминг берет поинт. 4-1. Фух. Это была шутка. Он прям с НСК, у него был этот да. Граф, он просто не успел ее нажать. Да, просто пошло все. Они вообще просто полетело все, что можно. Все станы гороты, вообще все дескойл бланкет. Всем накрыли, всем чем можно. И у нас, по сути, возможный матчпоинт. Всего одна победа отделяет команду Йонсау Егейминг, где играет Шадос, Ароматный и Калач. От такого очень вкусного призового фонда в размере $2500 и 5000 евро. Да уж. Ребята, посмотрим на наши команды. И, вы знаете, у нас может быть такое, что это последняя игра, а может быть, что это и не последняя игра. Давайте поддержим наши команды. Ребята, Баркрафт, кто болеет за РЛЭШ? Все, больше за РЛЭШ никто не болеет? Хорошо, кто болеет за Джангл Клифф? Смотри, какая поддержка. Все поддерживают джангл. Вот это, наверное, знаешь, они поддерживают. Они хотят просто, чтобы счет был, знаешь, такой 4-4. Вот что все хотят. Финал такой. Да, да. Итак, у нас руины. Те самые руины, где команда выиграли. Команда место для вашей рекламы. Они смогли добить Ароматного. Удастся ли им это сейчас? Тук-тук-тук. Ну что ж, как это закончится? Представляешь, интересно, знаешь, вот команды, наверное, сразу хватают кубок, и это просто празднование. Нужно шампанского обязательно в кубок, кстати. Шампанского в кубок, ну ты что? Уж на 5000. Там какое шампанское? Жигулевское, да. Жигули, да. Какое же, ну чё? Хотя, знаешь, может быть там и, знаешь, это либо Жигули, если так, знаешь, шутить про обоих игроков, либо Жигули, либо там положить пачку вискас. То есть это уже, уж извините, прям так захотелось сказать. Ну, они нас все равно не, знаешь, они нас все равно не слышат, можно всякие гадости про них говорить. А потом, да. Да, про всех, кого там такой будет смотреть, и такие, воду уже, ну ты чего, ну... Они уже уедут. Да, они уже, я уже в Ригу убегу, меня уже будет не поймать. Да, шучу, конечно, все ребята молодцы. И тем временем, 20 секунд до начала, 20 секунд, команды готовы. У всех, знаешь, уже такие вот, я смотрю, Донки так немного ухмыляется. Калач и Ароматный, лица серьезные, уже без всяких, знаешь, без всяких шуток. Хотят ребята выиграть, хотят победить. Кто не хочет? Да, знаешь. С таким-то фондом. Это точно. И пока у нас так. Пока мы начинаем, у нас уже любовные послания от Селиники. Она передает Эми, она его любит и целует. Эми, ты крутой. Так, выезжаю я на центр. И 45 секунд до начала этой игры. Руины, те самые руины. Станет ли счет 4-2 или будет это 5-1 и Калач поднимет кубок, возьмет первое место, наверное, в самом крупном, самом важном турнире. Вот Шадос, наверное, обидно, да, что его нету здесь? Да, Шадос сидит в Америке, там, ну, он сидит у них, там у него они сидят по видеосвязи, на самом деле, они видят Шадоса. В принципе, любой игрок, который может подойти к аквариуму, посмотреть Калачу за спину, там есть вероятность увидеть Шадоса. Сидит он по видеосвязи. Потому что хочет ближе быть к ребятам, которые сейчас просто... Ну, команда должна быть единой. Итак, 15 секунд до начала арены. И последние, возможно, последние 5 секунд. Итак, 5, 4, 3, 2, 1, go. Арена начинается. Ох, что сейчас будет? Действительно, что же сейчас будет? Ну, стоит отметить, что опен был очень фейловый, да? Опен, да, это был сап. Опенер чувствуется. Быть может, где-то как-то... Когда у тебя два стелса в команде, нужно опениться лучше. Да, опенится действительно. Представляешь, если они попадут с сапом в Шадос? Это катастрофа. Ты посмотри, как Донки далеко держится. То есть, если сейчас опять какой-то будет фейл опен, то... А Донки... Так, а что у нас там происходит? Посмотрю я камеру пока. Все ли окей? Вроде все окей, ребят. Да, Донки выбегает. И пошел, похоже.
И сап, пошел сап по локу. Ловят его. Интересно. И сап по калачу поедут. Опа, ТСГ стайл, смотрите, что у нас сейчас произойдет. Дэмэдж, дэмэдж, дэмэдж. Калачу вроде пофиг, потому что сразу же садятся на Эшли. На него садятся и его вдамагивают. Пока все размеренно. Нет, я не сказал, что размеренно. РЛЭш себя хорошо чувствует, потому что у Эш... Сейчас блайнд заканчивается на Шадосе. Циклон получается. Да, большой. Сейчас Шадос включится в игру после этого циклона. На нем, конечно... Да, Донки так и не понял своего тиммейта. Донки. Вся команда тут. Смотри, как аромат работает. Вся команда... Койл заходит. Да уж. Итак, ну... Но... такой не особо опасный койл. Не особо хотя, опасный смотри, койл. Сейчас Кидней. Кидней и... ШВ нужно поднять, Эшли. Калач Хекси у нас. Калач Хекси, Хекс, конечно, да, стоит он Хекси, а вот Дон Кимон. Дон Кимон у нас без... Да, без триггера уже. И соус вас зашел и пошел свеч. Шадос, твой выход. И это Гаррота. Используется Drain Life. И пока Донкимон уходит у нас заходит, за колонну. Заходит там в дома. Кидней. Чипшот у нас по... Так, смотри, он, я смотрю, он выходит он из кидней-шота. Донкимон 50%. Натягивает хил. Нет, и не успевает. Не успевает он натянуть этот хил. Смотрите, 33%. Может оттуда лучше рисковать. Гаррота полная. Что сейчас будет? Сдается тотем. Да, там нервишки, бух. И смотри, у нас Фритурс бежит в полном фире. И еще один опенер по Донкимону. Сейчас тотема да, не будет. Да, доты обновились Фриски полностью. Кидней небольшой. Ес на все. Туча сдается. Туча. И Донкимон 40%. Пытается он хильнуться. Хил не проходит. Конечно, тяжело. Сейчас все будут ему сбивать. Все сейчас рядом. Нужно даже калач такую ять. Я тоже шокну. Обязательно. Донкимон пока. Смотри, ответка по локу. Ответка по аромату, да. И смотри, уходит. Нет, горотой. Не получается, не получается. Шадос опять открывается с полной горотой. Слушай, а далеко, далеко так локу. Кидней-шот, смотри, кидней-шот, Донкимон 30%. Да, это Дон Кимон. Это Кел у нас есть чемпион. Просто посмотрим на ребят. Я не знаю, я пойду к ним, Шур. Я думаю, давай. Что здесь сидеть нечего. Я выключаю. Вы это видите, да, вы это слышите. Можно нам помощь оператора, посмотреть на калача. Наши победители, ароматный калач, Йон Сао Е Гейминг. Ребят, секунду, сейчас калач, ароматный, сейчас немного места. И, конечно, такой... Просто калач, какие эмоции вообще, что у тебя в голове, что у тебя в сердце? Ой, я не знаю, у меня все отлично. Тут просьба была от Шадоса, чтобы его на мониторе показали. Да. Ну, я имею в виду на ноутбуке. На ноутбуке? Да. Где ноутбук? Надо найти ноутбук. Ну, демку вроде есть. Разберемся. Калач, чемпион, аромат, чемпион, Шадос, чемпионы турнира Prestige Gaming 4. Аромат. А ты, что у тебя, как вообще? Калач-то понятно, он безумный, он радуется. У меня тоже куча эмоций вообще, все положительные, обстановка супер вообще, все радуются, я радуюсь. Все вообще супер, бля. Работали отлично, я ценю. Ребята, я думаю, команды, рукопожатие. И у нас, я думаю, кто-то у нас был недавно, у нас какой-то крутой фотограф. Сфоткать эти команды, гранд-финалистов. Давай!
Ждем наш... Да-да-да-да-да. Фото на память. У кого там была такая... Крутая камера. Сейчас, секунду. 9 на 12. На приколе, все на приколе. Так, сейчас, секунду, снимаем. Сейчас я скажу за камерой. Ликование, да. И, конечно, никуда расходиться пока не надо. У нас сегодня у нас еще будет автопатия. Оно будет проходить в разных местах, в разных компаниях. Ребята радуются, сейчас тоже, конечно же, достану, хочу свой фотик. У меня фотик простой, но такой момент я так хочу запечатлеть. Сейчас, ребят, подождите. Хроники для Prestige Gaming, для Баркрафта и Пса. Спасибо всем нашим зрителям, кто сегодня смотрел с самых разных мест, любых стран. Нас всех объединяет любовь к WoW, любовь к аренам, любовь к киберспорту и, конечно же, наша комьюнити. Сейчас у нас будет ряд целых музыкальных пауз. Мы будем радоваться этой команды, мы будем смотреть, как... Сейчас, секунду, Кристина, сейчас все будет. И, конечно же, да, разные, самые разные автопатии. Далеко, ребят, не расходитесь, сейчас мы еще все вместе посидим. Порадуемся, отметим кубок. Все молодцы, спасибо. Давайте еще раз поддержим команду за победителя Yonsei E-Gaming. Друзья, это Shadows на экранах, на мониторах. Shadows тоже победитель сегодня. Рога, играющий за команду Yonsei E-Gaming. Аплодисменты Shadows, он сегодня сыграл отлично.
Ребята, до новых встреч!